жизни. Дамы и господа, добрый вечер. Мне выпала честь представить Московский симфонический оркестр. Не знаю, на самом деле, по какой причине, но декларируемая причина заключается в том, что я играл с некоторыми из этих ребят в группе «Лоботомик Экспресс», которая также исполняла некоторые композиции, которые вы сегодня услышите. Мне доводилось играть с Геной Лаврентьевым, вот он, автор этого оркестра. Димой Симоновым. Он, правда, срулил оттуда сразу, потому что, наверное, я ему не понравился как барабанщик. Это шутка, конечно, я безусловно ему понравился. Но сегодня вы услышите законченное, цельное, гениальное и то, ради чего я вот прямо приехал из Курска только что. Thank you.
Спасибо. Добрый вечер. Мы очень рады, что Александр Зиярский так прекрасно нас представил. Итак, Московский симфонический оркестр. Сейчас мы для вас исполнили композицию под названием «Нордическая». Вот. Следующая композиция у нас «Шторм». «Шторм». Thank you.
Спасибо. Итак, это был шторм. А теперь будет цинк. Николай Добкин, кстати, прошу любить и жаловать. Фагот, барабан. И всех остальных тоже. Дмитрий Славский, барабаны. Дмитрий Симонов, бас. И Олег Моряхин, саксофон. Вот Николай Добкин что-то хотел сказать про химический элемент. Ну, к сожалению, вот у меня нету краткой лекции про химические элементы, кроме как звукового их определения. Вот сейчас цинк. Thank you.
Спасибо. Вот, в заключение нашей программы хочу исполнить... мы хотим исполнить, да? Ну ладно, вы один исполнили. Нет, я думаю, что мы все сейчас хорошо исполним прекрасную композицию, которая называется «Гном». Погода слегка подгуживает в мониторе. Thank you.
Оркестра, Московский символический оркестр передает эту сцену великолепной группе Safety Magic. Спасибо вам еще раз. Это была, в общем-то, премьера проекта, потому что как в театре считается, что первые 10 концертов — это премьера, вот у нас второй был сегодня. Thank you.
карега, ни рега. Thank you.
wanted, yeah, wanted. Thank you.
вместе всем дедушкам. Thank you.
Дорогие друзья, с вами сегодня были Илья Липатов, барабаны. Михаил Авшаров, бас-гитара. Сергей Небольсин, перкуссия. Олег Маляхин, саксофон. Рамиль Шамсудинов, тромбон. Дмитрий Лосис, электроника. Никита Онищенко делал сегодня звук, вы слышите. Меня зовут Дан Лерман. И с нами была Алена великолепная. Просто Алена великолепная. Сломался барабан.
что у нас тут через два дня будет еще концертик в клубе «Дом». И большой. 16 апреля. В четверг в клубе «Дом» мы играем. В 20 часов. Большой концерт. Да, в нижнем у нас еще два отделения. Еще больше, чем сейчас.